что выставка – это просто ключ, ключ от замка. А у каждого человека свой ключ и свой замок. То есть, в принципе, моим ключом ты не откроешь чужую дверь, понимаешь? И моя выставка – это просто как бы один из вариантов поиска реальности. И можно сказать, это такое, абстрагируясь, это такое как пособие по поиску, что ли. Я отношусь к фотографии как к графике. То есть для меня фотография это не конечный пункт, а это одна из начальных стадий. То есть я снимаю ее для чего-то, то есть для дальнейшей обработки, но не в плане цифровой, там как в фотошопе, а уже как бы, ну, как-то пытаюсь пропустить через себя. И бывают эти какие-то ты задумываешь. Просто пускаешь через себя. Я просто предлагаю, ну, задуматься, если тебе это интересно, просто не жить как бы серо, а найти что-то для себя комфортное или интересное, то есть смысл, как бы, пока у тебя еще есть возможность этим заняться и подумать, что же все-таки для тебя жизнь и реальность. И вот такие философские вопросы, над которыми, я думаю, ни одно поколение задумывалось, и немногие, которые могли раскрыться и найти для себя действительно реальность, они уже просто существовали в гармонии с собой. Потому что когда ты уже осознаешь, что для тебя есть реальность, ты начинаешь тогда уже только развиваться.